Добрый день, доброе утро. Надеемся, что доброе. Да, то есть там машина стояла неделю или больше. Что-то завели, поехали, что-то тарахтит сзади. Так, так об заднем мосте. Вот что там поржавело, блин. Что велосипеды поржавели. Может, и машина поржавела, а то уже стояла. Сейчас попробуем снять деньги опять. Так, направляемся из Счастливцево-Стрелковая. Попытка номер два. Уже один раз ездили, но бензина уже у нас достаточно вроде. Хватит туда и назад съездить. Сразу мы поедем... В общем, мы сейчас опять покажем километров сколько от Счастливцева. И на Глицериновое озеро, правильно сразу? Да, сразу на Глицериновое. Глицериновое называется? Да, потом заедем опять на горячие источники. Ну и на пляж, на море, померяем температуру, глубину моря. А то все ж так говорят, там глубоко, глубоко, посмотрим, как там глубоко, да? Проверим на себе. Да. Посмотрим, что там еще, жилье почем, если разрешат снимать, там покажем. Ну и то, что разрешат, если мы типа захотим вообще здесь. Да, я что-то сказать, дай скажу. Да, говори. Сережа из Счастливцева, спасибо тебе за новый купальник. Для нашего канала. Купальник для нашего канала, да. Спасибо тебе. Вот, у меня сегодня новый купальник. Так, мне надо не проехать, только банкомат. Вот я буду сняться, если опять не снять денежек. У нас новый попутчик. Земляки. Да, а как вас зовут? Меня зовут Юля, первый день сегодня. А, вы первый день сегодня? Вы из Харькова, да? И решили... Нам вообще везет, мы все время как в чем-то. Да прекратите! Андрей, перестань, Юля, забери. Юля, забери. Миша, не надо, вы что, мы ж... А, банкомат не работает. Едем в Стрелково, может, там банкомат работает. Ну, бензин есть, слава богу. Да каждый день такое с банкоматом. Ну, второй день мы пытаемся, у нас деньги просто кончились. Вообще, вот именно закончилось все вот это, я не могу снять деньги. Кошмар. В том году то же самое. До свидания. Подвезли девушку на соленое озеро. Значит, вы въехали в Стрелковое. Вот. Заканчивается асфальт, как всегда, уже мы показывали. 14 километров от Счастливцева получилось у нас. Так. Подъезжаем, вот это же горячий источник. Вот. Мы в него тоже будем заезжать. Да, мы на обратном пути заедем. Вот, сейчас я вам покажу. И вот, сейчас мы чуть-чуть проезжаем. И вон, видите, вдалеке, не знаю, не видите, наверное, за машинами Валерочка едет. 20 километров, 21 даже. 21 километр до вот этого горячего источника. А вон церковь. Вон церковь. А вон церковь. И там Глицериновое озеро это. Вроде бы должно быть. Да. Сейчас поедем. Так, ну тут поворачиваем. Вот. Мы повернули, потому что машина повернула. И мы за решили, ней. Что да. О, а вон люди, вон, да, да, видимо. Вон люди. Мы короче, церковь вот это часовня, ориентир. Да, ориентир вот это часовня. Мы приехали, сейчас мы посмотрим, нашли. Что там. Что там за озеро? А ну тихо, только еще не послушай, что звук тихо. Вот оно озеро. Это же Глицериновое озеро, да? Спасибо. Вот оно болотце. Вот церковь. Ой, церковь, храм. И вот так оно выглядит. Ага, вон там вдалеке, наверное, Тусиваш. Да. Ладно, сейчас. Ты закрыл? Нет. Что, идем купаться? Ну да, пойдем искупаемся. Ну, пойдем искупаемся, не знаю. Ну, какое-то, говорят, покажи, оно масляное и очень полезное. Ну, подойдем поближе, туда я покажу воду. Какая-то она масляная вроде и очень полезная для кожи. Пишите в комментариях, кто что знает про это озеро. Будет очень интересно узнать. Ну что, спрашивала, что как? Что как? Сколько можно купаться? В общем, короче, говорят, я спросила, говорю, нырять можно или нельзя? Она говорит, конечно, это же волосы типа увлажняют кожу. Говорит, вы сейчас как с кремом будете намазаны. Да?
кожа моя такая приятная. Сейчас проверим. Типа сколько? Она говорит, без ограничений. Здесь сколько? Можно сколько угодно. Давай, посмотрим. Морщины разглаживаем. А ну покажи, что у нас и еще там. Под чем ты порадуешь нас? Новинка. Новинка сезона, покажешь? Если бы она еще целлюлит убрала. Кто? Новинка сезона? Ой, нет, не вот новинка. Это. А новинки сезона? Что это у тебя за новые цветы? Ну. Цветочки. Теперь будут белые цветки загорать. А, вы нормальные? По размеру хоть? Ну, я такой специально, чтобы можно было побольше позагорать. Нормально. Все, пошли. А ну, сзади как? Ну, нормальный купальник. О, не тяните, а то белые эти видно. А здесь или Сиваш это, или лиман. Сиваш, наверное. Море открытое. Круто. Столько воды вокруг. Вообще. Супер. Да. Красота. Что там, Аня? Уже глицеринилась или нет? Поглицеринилась? О, водичка такая хорошая. А где градусник? Надо замерить температуру в глицериновом озере. Сбегать? Хорошо, сейчас я пойду за градусником. Где он? В своей сумке? Угу. Сейчас померяем температуру. Кстати, температура воздуха, а это в машине была такая, 29. Ты уже не... Как кожа? Будешь мерить? Не знаю, сейчас проверю, как кожа, но вода что-то такая холодная. Я больше не пойду. В смысле? Не, померить, а тут краешку могу. Холодная вода? Да, я замерзла так, что... Сейчас хочу проверить эффект. Ну ладно, не хочешь, я замерю. Да, давай. Не знаешь, можно и на выставку. Сейчас замерю. Валера меряет температуру. Ну что я могу сказать? Впечатление. Сейчас кожу проверю. Не, ну я думала, что она вообще будет как типа в маслечке. А? Надо, наоборот. И чтобы морщинки разгладились. Ну я думала, она будет как типа вообще в маслечке. Такого сильного эффекта я не слышу. Может, конечно, у меня от солнца уже кожа пересохла. Но вообще, вот внешний вид вот этого всего, вот посмотрите. Как-то все неблагоустроено. Все какие-то вот развалины. Ну, вообще, мне кажется, с этого можно было сделать, облагородить все, сделать все красиво. Ну, непонятно. Кто-то что-то строил, я, правда, не в курсе. Может, кто-то знает, что это вообще тут строили или будет строить. Никого нет, ничего нет. Глицериновое озеро. Глицериновое озеро. Не знаю. Будем думать, что мы омолодились, разгладились. Сейчас Валера померит температуру. 25 градусов, кстати, не сильно она прохлаждена. Вода. Ну, вот, а чего так холодно заходить? Что-то да, показалось, море теплее, да? Да, море теплее 25 градусов. Что-то у нас У нас, может, градусник все время показывает 25 градусов. Это мадюки. Я там шла через тихушерик. Ну, Валера, тебе нравится? Что? Чувствуешь, как омолождаешь? Не знаю, сейчас выйду, почувствую. А ты уже почувствовала? Нет. У меня вообще... Я не такой, не такой эффект думала. Короче, это прикол. Мне такое чувство, что... Главная реклама. Да, главная реклама, это точно. Что? Соленое, непонятно. Что глицериновое, непонятно. Да, сейчас. Единственное, конечно, очень сильно, или это внушение, опять же, или нет, вот на горячем источнике идет какой-то такой запах от этой воды, и мне стало так плохо, что я так испугалась, говорю, все, поехали быстрее отсюда. Ну. 25, даже чуть больше. 25.
Ну, не знаю. Может, почему. Ты помолодел. Да? Морщинки разгладились. Брови выпали. Так, ладно, не прощаемся. Ну как? Чувствуешь? Ну, потрогай меня. Нихрена, не знаю. Я чувствую, что ветер холодный. В общем, я же говорю, мне же розовая соль, что соленое озеро. Так что приезжайте, кто хочет. А мало ждайтесь, купайтесь, загорайте. Сейчас мы еще поедем на горячую все-таки, я хочу занырнуть еще раз. Потому что у меня тогда или испуг был, или... Заела градусник, слышишь, 26. Что градусник? Нет, уже 26. Ну так правильно, температура воздуха 26 градусов, чего нет? Пойдем посмотрим, какие тут достопримечательности возле глицеринового озера. Раз уж приехали, обойдемся. Чтобы все уже полностью картину показать. Вот видите, как какой-то мостик. Это они так сделали, каналы вокруг вырыли. Тут будет сосновенька такая. Что-то я не пойму, это стояло уже и попадало. Непонятно. Интересная задумка. О, Аня едет. Куда едет? Спрашиваю. Решила подъехать. Куда? Я вас потеряла. Ага, молодец. Поехали отсюда. Сейчас я похожу, посмотрю. Там уже запустили этот душ. Такое озерцо, видите. Под деревья посадили или посадят, точнее, должны были посадить. Непонятно. Тут ямки. Так. Ну, в общем-то, задумка неплохая вроде. Наверное, для птицы там. Интересно, что тут будет. Так, ну, в общем, выезжаем с озера Глицерина. Одна прошлись, там дальше, в общем, какие-то стоят не памятники, а как, блин, написаны фамилии погибших. А вот хотел что показать. Смотрите, видите, тут лежит, висит такая-то, как сбор денег. Да, и деньги висят, лежат там, и никто не трогает, да, никого нет. Прикиньте, как все-таки молодцы люди у нас, да? Да. Прямо гордость. Ну, там нормально денег лежит в этой коробочке. Ладно, поехали. Куда едем? На горячую заедем, а потом в Стрелковое на пляж. А, еще на горячую сейчас. Ну, сейчас в это горячее рядом заедем еще раз. Потом, да попарим ножки. Потом на Стрелковое и куда? И в Стрелковое на пляж и банкомат поставим. А, померяем воду, да? Ну, ладно. Погнали.